Выпускной школы женского лидерства состоялся в Петропавловске. В рамках проекта участницы прошли обучение по основам женского лидерства и гендерным вопросам в политике, социальной жизни и личного бренда. Всего приняли участие 15 женщин. Школа действует 8 лет. Здесь помогают представительницам прекрасного пола найти себя в новой сфере. В настоящее время очень актуальным на повестке дня становится реализация женщины. Поэтому школа женского лидерства действительно дает возможность каждой женщине усилить свои слабые места. Я давала материал об ораторском искусстве. Сама уже в течение 3 лет даю знания о том, как нужно правильно говорить, как нужно публично выступать, как важно доносить мысль до слушателя. Я являюсь вообще проектным менеджером для неправительственных организаций. И я, благодаря тем людям, тем спикерам, которые приходили и вещали нам, себе прям накидала много тем, которые были бы полезны, как проекты, реализованные даже у нас в Северо-Казахстанской области, потому что многие из них не... Вот прям нету их, а они на слуху. Плюс я вообще проживаю в селе, и как бы для сел это вообще много чего, даже того, что реализовано в городе, нету. И для сельских жителей это будет большим плюсом, если такие проекты будут запускаться у нас на селах.